Вот пришла посылочка с Кизляра от Газеев ЗЗ Красноярск. Скроем, посмотрим, то есть. Упаковано, все хорошо. Паспорт, что не является холодным оружием. И вот мой подарочек. Дамаск, как заказывал. Распакуем до конца. Ручка у меня тут интересная. У меня уже есть отличные предложения. Человек дает хорошую цену, но потом не сбежит. Завтра у меня с ним встреча, думаю, со сделкой идти мы с ним будем послезавтра. То есть красавчик. Гад. Увы, я даже тебе не смогу ничем помочь. Нужно подготовить документы и сделать... Сидит в руке хорошо. Кадастра... Но зато, пока мы заключаем сделку, у тебя есть возможность насладиться твоим домиком. Прям сидит ножны, кожа. Я доволен. Чего хотел? Чего хотел, то пришло. Все, спасибо, ребят, за хорошую работу. Кстати, после сделки... Всего хорошего.